Программа ViewScan необходима для того, чтобы качественно подготовить страницы для репринта. Изначальные настройки нас не устраивают, поэтому мы загружаем заранее подготовленные мною настройки. Ну, как видим, они тоже не безупречны почему-то. Так. Меньше, больше, больше. Так, носитель. Черно-белый. Размер не имеет значения. Разрешение имеет. В тот раз было 300, 300 недостаточно. 600. А по-хорошему даже 1200. Разрешение при просмотре. При просмотре. При просмотре нам вообще не нужен. Разрешение при сканировании 1200. А тип файла. TIFF и только TIFF. Просмотр не нужен. Если будет какие-то плохие страницы, просто пересканируем. Так. Шетный. Так. Детально. Вот что мне не важно. Детально. Так. Бит на пиксель. 8 бит серого. Вот что важно. Вы случайно отсканировали 1 бит черно-белого. Этого, конечно, недостаточно. 8 бит серого вполне достаточно. 1200 разрешения при сканировании. Вот что важно. Нам PDF не нужен. На выходе создавать файл TIFF. И не создавать PDF. Так. Собственно, вот что было важно. Настройки, цвет, фильтр. На входе. Да. Собственно, поворот. Поворот можно включить, можно не включить. То есть он сразу поворачивает страницу. Кажется, влево надо, чтобы получилось. То есть в зависимости от того, как вы будете класть книгу. Так. Просмотр. Я не нажимаю, я сразу жму на сканировать. И как только страница отсканировалась, я, когда уже сканер еще возвращается в исходное положение, я уже переворачиваю страницу, кладу ее как положено, и потом снова нажимаю сканировать. То есть мышка все время находится на самом деле. Вот сейчас кнопка сканировать исчезла, но когда сканер вернется в исходное состояние, то нажму снова сканировать. Значит, у меня мой сканер Canon LED 100, надо бывает так, что его надо перед тем, как он сканирует, надо вынуть, первый раз, один раз, надо вынуть штекель и высунуть обратно, и тогда он его почему-то видит, не знаю, с чем это связано. Раньше тогда такое ни с одним сканером у меня не было, но тем не менее. Вот я вынул, открыл обратно, возможно, сейчас поможет. Сейчас нажму заново, может, поможет прервать. Отлично, включился не тот сканер, который... МФП это у меня на не тот. Он вообще не увидел того принтера, не того сканера, который мне нужен. Он моим другим сканером хочет сканировать, но им я не хочу. Пробуем так, сохранить настройки. Легенда 2. Так. Закрываем. И программа еще не зависла. Вот наш сканер. Загрузить настройки. Проверим, сохранился. Так, только вот такой нам нужен сканер. LED 100. Сохранить настройки. Поверх старых сохранить. Так.
Пересканировать. 1200. Конечно, достаточно медленный режим. Тут надо набраться терпения. Но зато точно потом не придется пересканировать. То есть тут главное, чтобы страница случайно физически не сместилась, чтобы не было загнутых уголков, чтобы из книги не высыпался какой-то мусор, который потом нельзя будет убрать. Чтобы вся страница поместилась на сканере, потому что бывает, что какой-то уголок уже не влезает, чтобы точно уже потом не приходилось пересканировать режим 1200. Все файлы складываю на Яндекс.Диск. То есть, если в режиме 600 это был бы час где-то 2, то в режиме 1200 это будет в 2 раза дольше. Но зато уже точно будет. И такой файл легче почистить, потому что больше точек, ну как, вероятность хорошего результата потом на печати больше. Чтобы страницы плотно прилегали, надо придумать какой-то вес, который будет давить на книгу, потому что если руками будете держать 4 часа, конечно, руки устанут, поэтому тут надо исхитряться. Рядом самое главное, что вот место разворота, оно как раз не будет давать прижать книгу, то есть книгу надо прижимать именно в серединке, чтобы место разворота было плотно прижать. Но если очень сильно нажимать, то уже края начнут приподниматься. То есть такая тонкая вещь. Мне пришлось свой словарь кочергиной разрезать, чтобы сканировать основной словарь. Те сканы, которые гуляют в интернете, сканы словаря, это сканы моего словаря. И он получился таким хорошим именно благодаря тому, что я его разрезал. А иначе получается, может ничего не получиться. Книга толстая. Шито хорошо, но толстая, поэтому корешок может не дать прижать. Хорошо, что разворотов немного. То есть, что важно? Ого, разрешение при сканировании 2400. Нет. Это я случайно, конечно, выбрал. 2400 это перебор. 1200 вполне достаточно. 1200. 8 бит серого. 16 бит слишком много, 1 бит заведомо мало. Вот. Нажимаем прерывать, потому что 2400 это перебор. 2400 это перебор. Поэтому и так было.
Ну и пока он возвращается, я перекладываю в следующую страницу. Потом жму сканировать. Собственно, и все. И надеюсь, что... Итак. Загрузить настройки. Проверим. Вы 400 прописались. Ага, прописались, да, ерунда. 1200. Теперь еще раз пересохраню. Ну, пробуем, посмотрим.